И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть все так же в Ark Survival Evolved. И сегодня мы что будем? Правильно. Ну, вот видите, да, ничего нету. А все из-за того, что поставил я на создание немножечко фундаментов и понял, что уже по полной. Кстати, да, установил я себе автосборщик. Автосборщик уже собирает кучу говна и яиц. Посмотрим, он будет собирать с гача что-либо или нет. Кстати, куча говна. Как говорится, почему бы нет? Если фон на тех какашках работал, которую он сам собрал рядом, показалось, то а вдруг он и на этих будет работать, как у Леха? А вдруг? Так, отлично. В общем, о чем идет речь? Я собрался строить и понимаю, что мне нужно столько ресурсов, что просто диву даешься. Также немножечко посмотрел, что в целом дает мод. Мод дает очень много всякой фигни. Типа вот бусты. О, кстати, всего лишь за травушку, за ягодки бусты дает. Прикольно. Фроги-дог. Кстати, ну это из чего делается? Ну, довольно-таки фигня. Это сбрасывает еду. Прикольно. Вот это надо будет обязательно ставить. Мне куча надо будет грядок. Это я дополнительный мод для этого поставил. В общем, очень много чего добавляет мод. Но самое главное, что... Кстати, да, можно ресурсы делать. Вы, наверное, писали это в комментариях. Можно вот эти делать ресурсы. О, кровь пиявки. Ё-моё! Ансиент-полимер. И вот когда я увидел создание ансиент полимера, я задумался об вот этом тег страйдер спаунер. Steel ingot, это создается ансиент полимер, создается мутагель. Он никак не создается. Где его лутануть, это кто ж его знает. Но ты чё приперся сюда, о безумец? Но если... Ой, не та кнопка. Если заглянуть вот сюда... Давай грузись. Вот, если заглянуть сюда, то мы увидим двух тег-страйдеров. Во-первых, они добавляются модом. А до, это значит добавляется модом. А во-вторых, мне стало интересно, а что же будем... Как вообще добывается мутагель? Нам же нужно как-то создать, точнее, добыть этот самый мутагель, чтобы создать страйдер. Или хотя бы это притомить. В общем, посмотрим, что как где. Сейчас давай сначала сходим за страйдером. А потом будем искать, где добыть мутагель. Честно, я не знаю. Мутагель, мутаген. Ну, в общем, короче, что-нибудь мута-мута надо будет добыть. Это факт. Потому что я собираюсь строить немалую постройку, как обычно, а ресурсов мне нужно, как обычно, дофига. И ручками, я боюсь, добывать буду долго и счастливо. Так как я научился пользоваться своими крыльями, вот, то я полечу, естественно, без птера. Как минимум из-за того, что если я сдохну, ну как бы я сам сдох. Так кто здесь? А! Господи, точно, я же тебя забыл. Вот. Единственное, что. Так, стоп. Это она же здесь у меня создается. Нужно создать наркотик и вот это. Я могу же сделать? Да, это я могу сделать, и нужно будет создать наркотик. Да, я себе установил ступку для того, чтобы создать немножечко цементной пасты, для того, чтобы создать айтем-коллектор. Вот и все. Просто тупо для этого. Ну-ка, что тут у нас? Ровным счетом очень мало. Так. Отлично. Ну, в целом, точно такая же винтовка. Обычная так винтовка, только зелененькая. И заряжается специальным Rifle Ammo.
Так. Ну, а учитывая, что я не знаю, что, когда, где. Кстати, а давай посмотрим, что мне нужно для создания. А, ну мне нужна электроника, тут без вариантов. А электронику я никак не могу добыть. Такого фига. Ну-ка, включись. Вот, теперь включился. Электронику я не могу добыть. Да, у меня 50 электроники, да, это мне нужен станок. Вот это вот и все. Короче, пофигу. Погнали до Текстрейдера. И там уже будем разбираться, что, когда, где. Так сказать, уже по местам. Парение, конечно, штука веселая. Ну, то есть, ускорение вот это вот через низ. Но нужно быть аккуратнее. Можно и разбиться. Виверночки, добрый вечер. Да, и нужно быть аккуратнее, смотреть, куда я лечу, чтобы не врезаться в какую-нибудь скалу. Тлеющая кристальная виверна? Обалдеть, вот тебя тут еще не хватало около меня. Да тут виверна и не только тлеющая. Ну, классное место называется, е-мое. Только говорил, что здесь тихо, спокойно, ага. Тихо, спокойно. Очень удобные крылья. Не знаю, почему разрабы не хотят, чтобы, ну, по крайней мере, хоть как-то взлетать можно было. Ну, о, прогрузилось и все это дело. Да, конечно, вот так это читерно. Взлетать и вот это вот и все, это, конечно, читерно. Я тут не спорю. Но хотя бы через вот такое парение взлетать и повыше, ну, можно было как-то и реализовать. Так, а что у нас здесь? Да, урона я себе вношу не кисло. Вот такими падениями. Слушай, тут много всех фигней. Твою мать, да ты серьезно? Я слишком долго летал? Да намного фигни было хорошей. Но я слишком долго летал туда-сюда. Боишься приземлиться? Так, что потом не разбиться. Такая проблемка. Ну и да, нужно аккуратнее, если падаешь в воду, из воды и потом не вылетишь. То есть с крыльями этими тоже как бы не все так хорошо и прекрасно. В воду упал, значит, сдох. Так, это у нас кицеркуатль. Да слушай, нифига тут кицалей-то сколько? Лично. Так, давай смотреть, как вообще эти чуваки работают. Кто там у нас? Альфа Карнотавр, ну, добрый вечер. Вот тебя только тут не хватало. Знакомые места. Очень знакомые места. Знал бы, что он здесь. Еще бы тогда бы сгонял. Так, теперь вопрос. Миссия. Он требует миссии. Мутагер в последнем слоте и 0 из 21 миссии. А миссии здесь нельзя пройти. А вот это уже интересно. Кстати, я же мог на плечо себе посадить элитную водилку. Так, ну значит что? Значит, будет пробовать его убивать. Сейчас надо вернуться на базу. И в обратку. Попробуем, ну то есть, так он точно не приручается. Значит, будем пробовать убивать, и, возможно, мутагиль тогда с него дропнется. Ну, я надеюсь, что хотя бы так. То есть, так сказать, мало крови обойдемся, и мутагиль добудется вот таким нехитрым способом. Надеюсь, мне не придется где-нибудь его лутать.
прямо на моих глазах появился. Прайм Стега. Интересненько. То есть у меня сейчас здесь два праймача уже тусуются. Прайм Стега и Прайм Трайк. Это, конечно, весело. Кстати, да, выглядит это вот так вот. Как перевести Дина из точки А в точку Б? На плече и на крылышках. Да уж, туман, конечно, очень лютый. Уи! Ты посмотри-ка, еще нормально приземлился. Туман очень лютый, очень тяжко понять, что, куда и где. Но в целом, благо, с координатами проблем не было. Так, давай посмотрим, что с него добудется вообще. И добудется ли. Что самое главное, по идее он должен просто взорваться. И все. То есть, по идее, с него вообще ничего никак. То есть, вот эти страйдеры, как таковое, вот что здесь они бегают, толку от них ноль. Да уж, это интересно. Ну, то есть, реально с них толку ноль, потому что они никак не тропаются, то есть, они взрываются и все. Кстати, я вообще-то понять не могу, зачем их добавили. Типа, чтобы было? Ну, а как ты их приручишь? Ну, хотя, ну, блин, а смысл? Миссии только на Генезисе втором делаются. Короче, непонятная фигня. Но нужно искать, где добыть мутагель. Так. Единственное, что мне приходит на ум, это... пещера. А вот где в нее вход, кто бы об этом помнил? Без шуток, я не помню, где эта пещера находится. Точнее, вход в пещеру. Да, здесь прикольное место, но здесь строиться я не люблю. Как-то все это вот все непонятно. Типа ровненько, красивенько. Не, когда сам себе строишь, как-то поприкольнее. Вот чё, безумцы? Вот тупые создания. Так, ладно, давай поищем в интернете информацию про мутаген. Ну, в общем, мута-хрень, которая мне нужна... Хе, уйди. Мне нужна для создания страйдера. Мута-гель. Что-то покопался в интернете, я про этот не нашел ничего. Единственное, что нашел, к примеру, элит зомб Додо, может создавать Ancient Хитин. Но в каком-то вандерлинге. Что за вандерлинг? Я так и не понял. Ну, честно. А если на русском, то написано на чуде, при чуде. Чё за чудо? В общем, непонятно. Но зато, пытаясь ввести в поисковике типа терминал души, Soul, нашел вот такого вот. И вот это стало интересно. Что это такое? Обсидиан, это металл, цементная паста, то есть как бы все изи-бризи добывается. Поэтому нужно туда сходить. Единственное, что раз я здесь нахожусь, и здесь недалеко бобры тусят, должны тусить. Но это не факт. Что есть у них бобриный хат? Что? Давай сгоняем, посмотрим кастрейдесов. И посмотрим хатки, может быть что-то где-то как-то мне повезет. И я цементную басту золотую. Хотя бы чуть-чуть. Потому что что-то создавать ее не сильно-то охота в ступке. Яркость вырубить. Вау! Это было ярко. За деревце зацепился. На нафиг минус ноги. Почти. Так. Кастры и десы. Вас-то я вижу. А вот ваших... хаток я не вижу.
Так что рановато я пришел. Они еще ничего не успели построить. Печалька. Ладно, погнали до дома. Будем смотреть, что там за страйдеровская страйдербокс. Так, страйдербокс я могу создавать в инвентаре. Так, интересно, что-нибудь дропнул? Ничего пока не дропнул. А мог бы и дропнуть что-нибудь. Могла. Да уж. Так, страйдербокс. Ну, допустим. И что нам это дает? Это, наверное, та шляпа, которая, да, ресурсы с него собирает. Но это не отменяет того, что... хотя стой, здесь какая разница. Это не отменяет того, что я не знаю, как состряпать страйдер. Мне нужен мутагель. Или мутаген? Мутагель. Так. Что у нас здесь еще есть? А, да, и, кстати, я так и не понял, что нужно для того, чтобы вот она пассивкой что-то выдавала ресурсы. Кстати, она ничего не ест. Вот эта додоха. И ей нужна какая-то фигня. Что конкретно? Да кто ж его бы знал? То есть там так вот и написано. Elite Zomb Dodo Will Product Ancient Hitin on Wandering. Что за Wandering? Может, неправильно что-нибудь написали? И надо вот здесь вот это дело поискать. Посмотрим. Так, в итоге что? В итоге я создал вот эти верстаки. И честно, я думаю, что здесь два мода объединено в одно. Во-первых, AG Reborn. И во-вторых, ACR. Потому что вот AG Pandora Box написан, да? Но здесь он. А здесь он называется ACR Pandora Box. То есть... ну, как бы вы поняли. Ладно, не в этом суть. Суть в том, что я не понимаю, что мне нужно. Осколок элемента. Ага, Flame Element Shard. Это я создаю из осколков элемента. А, ну так вот, ты есть, да? Хороший спавнер, да. Вот. Где мутагель добыть? Ой, там еще и элемент нужен. Ядришь ты, растудышь тебе. Ладно. О, мини-голом. Здесь мы создаем шмотки, призывалки. Альфа-велозавр. Велик, интересно, прикольно бы, наверное, сделать. Так. Poison Tag Rifle. О! И мод этот добавляет. Окей, я понял. Вот, ну а здесь добавляются седла. А, седла, ну, всякая вот фигня. В общем, из всякой фигни я присмотрел только вот это вот. Да ёптвыш. Только вот эту вот печку. Ну, на нее нужен нефть и цементная паста в большом количестве. Так что пока что ничего. Я делать не буду. О, да, вот он, вот он. Кстати, да, здесь элитный гача-кристалл мне дропнулся, и с него выпала броник, металлическая броня. Металлическая броня, дерьмовенькая такая, но все равно, типа прикольная вот такая металлическая броня дропнулась. Но... раз у меня не получилось сделать... Кстати, смотри, как он начал дропать, а? Я ему просто всякий шлак из инвентаря скинул, типа трубы, ну всякие, короче, эти предметы. Смотри, как он начал как скидывать предметы. Уже второй кристалл дропнул. Кстати, может он это... О, древесинка! Кайф! Это не очищенная соль. А почему древесинка кайф? Сейчас объясню. А, ну да, здесь. Почти угадал. Вот почему. В общем, пока я копался, вот это вот и все туда-сюда, я нашел одно существо в списке.
Я его собирался томить, но после этого я решил, что притомить нужно его прямо здесь и сейчас. Ну-ка, одеваешься, огонь. Так, тебе урона, много урона, 295. Не буду тебя трогать пока что. Потому что, по ходу дела, я буду все-таки томить обычных диносов. Это анкилка, это... Ну, короче, вы поняли. Деликурус, анкила, вот это вот все. Я буду обычных диносов томить. По ходу дела, у меня вариантов-то и нету. Да, он накидывает шок. То есть он станет немножечко. Да, все правильно, все как и везде. В целом, да не сильно к чему, но урона, кстати, не кисло. Урон неплохой. Вот, тебя я обязательно буду томить. А чё ждать? А, кстати, ты у нас томишься через пассив? Твою мать, ты через пассив томишься? Ой, ты ужас, как долго! Ай-яй-яй-яй-яй. Благо, есть киблы. И, кстати... Два вида киблов. Обычный корм и обычный корм расширенный. В чем разница? Я откуда знаю. Вот это сейчас и проверим. Давай возьмем расширенный. Хобана! 40%, да? Окей. А теперь обычный поставим. Так вот. Я так и не закончил. Кого же я хочу притомить? Да, и, наверное, по названию кибловарка, супер кибловарка и так далее. Но... А сработает он или нет? В описаниях одно. В описаниях мне вообще какое-то там в чуде надо... Это, точнее, создается на чуде вот это вот. Если на русский перевод. Или вандер что-то там. Ай, дурдом, короче. А, надо поискать нормальный гайд. Ой, точно надо идти в первый класс. Я язык забыл. Т... Во, тушканчик, господи. Вроде бы его. Или другого. Погоди-ка, а какого? Так, ну-ка, ты там... Тихо-тихо! Чуть не вдарил по тебе. Эффективность. Ладно, секунду. Так, ну, других тушканчиков я не нашел. Там так и написано, обычно тушканчик будет производить все виды кормов. Новое в игре, в скобках. И, кстати, самое что смешное, с чего я начал искать вообще, что это такое, это когда я нашел, это, если что, я читаю в описании в Стиме, в обсуждениях, и там животные, которые будут производить ресурсы в роуминге. Алло, алло, это роуминг? Кошмар. Но если читаешь это, то есть animals we, which will product resource on wandering. Что за wandering? Очень тяжело. Самое что обидное, это то, что вы, наверное, этот видос видите уже недели через две после того, как... то есть вы вот сейчас смотрите, и прошло недели две после того, как я это снимал. И как вариант, я уже нашел эту информацию. А еще будет обиднее вдвойне, если бы я до сих пор еще не нашел эту информацию и никто даже про нее не написал. Потому что тушкана я сейчас точно притомлю. Единственное, что я вот дождусь, пока ты проголодаешься, скотина. Между первый и второй промежуток очень всегда большой. Это явно сразу видно, не русский человек, это вообще никак. И явно не за здравый смысл. Дурдом какой-то. Твою мать. Вел эту фразу нормально в переводчик. Да. В общем, вел нормально эту фразу в переводчик. Че? Такс. Вандеринг — это блуждание, если по-простому. По крайней мере, судя по описанию, это прям... Ну, вы увидели, да? Ты только далеко не уходи. Ну вот два хитина.
В общем, мне нужно будет делать для них обязательно большой загон. И они у меня там будут все тусить. Балдежно. А ты это? Долго будешь вырабатывать? Еще нужно будет пасхального кролика себе притомить. Обязательно. Так, ну тушканчика, значит, очень без вариантов томим. Не, ну это же не было в тебе до этого, я надеюсь. Так, а где мы? Слушай, когда ты там проголодаешься, алло? Вот насытное создание. Есть обычно не насытное, а это насытное. Пожрал и такой довольный уходит. О, 3 выработал. Я не знаю, как долго будет вырабатывать, но от тебя хотя бы сейчас хоть какой-то толк есть. Я тебя не зря томил. Я на тебе не просто кататься могу, а еще это. Нужно будет пасхального кролика. Обязательно пасхального кролика нужно будет томить. Пасхальный кролик вырабатывает. Пасхальный кролик вырабатывает. А, обсидиановый жук, кстати, вот, которого мы на этом убивали. Он вырабатывает обсидиан. А, пасхальный кролик. Где ты в списке у меня? А, вот. А, Анси, в общем, короче, древний полимер и древние шкуры. А, что я там нажал? Вырабатывают они, короче. Хоп, и нифига. Так, стоять! Ты где? Во. А ты к натуре. Кстати, у меня там еще один трек заспавнился. Это вообще, у меня здесь альфачей тут спавнится ужас просто сколько. Дурдом. Ну надо тебя притомить. Чё уж, раз уж собрался. И потом уж будем тушканчиков томить. Короче. Так сказать, так и не проголодался. Я уже прошертил интернет, почитал статьи, что как где. Знаете, что самое смешное? На этом даже нету упоминания о страйдере. Его не существует. То есть на странице в Стиме, в комментариях и так далее, в вопросы и ответы, там просто никакого упоминания о страйдере вообще нету. Это кошмар какой-то. Я задолбался. Ну ладно. Мне сейчас не до этого всего. Давай возьмем что? Давай возьмем мажаберки. Половину. Зачем мне все? На всякий случай возьмем тебя, чтобы защищаться. Слушай, а давай. Заодно подкачается. Тут я заметил такую фигню. Типа, если в... Не обязательно держать у них в инвентаре, чтобы их можно было потом подобрать. То есть, самое главное, активируешь и потом убираешь все это дело. Все. И можно их подобирать. Ей, смотри, какая приколюха. Ладно. А, суть в чем? Погнали за тушканами. Какая-то фигня вечно срабатывает непонятная. Ну ладно, не об этом сейчас. А, дистанция не одно, давай лучше по левелу. Сам максимального возьмем. Ага, ну в любом случае, что-то, что-то там. Юнец, тушкан. Ну, разница для меня небольшая. А вот то, что находится в жопе мира... Где я могу огребстись, это факт. Такс, и что еще? Оглушить есть чем. Если что, есть. Еда вроде бы есть. Ну что, погнали. За тушканом. Воу. Что-то мне это там явно не нравится. Там что-то было такое. Что замочило? И он бил. Вот он бил так, что вот его дамажило. Ёб твою ж за ногу!
Вот тебе и тег-трайк. Я просто хочу вот этот трупик залутать. Но чё-то я передумал. Так, что у нас здесь? Ё-моё! Босин Дудурекси. Да, не самое лучшее место для тушканчика. Есть накрыл? Добрый вечер. Так, тушкан. А тушкан как у нас станется? Через Киево. Отлично. А я тебя случаем не завалю этим? Не, не завалю. Отлично. Так, я тебя этим не завалю. Тихо, братва! Ё-моё, уроды! Ё-моё, твари! Они моего тушкана сожрали, козлы. Не, ну какой козел сделал тушканчик вот в этом месте спавна, а? Ёпрса ты. Так, давай поднимемся наверх. Плюс-минус безопасно. Так, значит сейчас 290. 285, 290. Разница какая? Погнали уже куда-нибудь. Единственное, что я все мажабырки, да, в тебя скинул. Я все мажабырки в тебя скинул. Так. Надо поискать, где травушку залутать. Ты здорово, что ли? Ё-моё! 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 Твою мать! Ё-моё! Хорошо, я понял. Я понял, что все очень даже весело. О, трава. Мажабырку залутал, мажабырку залутал. Мажабырки надо больше. Фига я все скинул туда. Так. Ну, вроде как пока что безопасно. Основное слово вроде как. Оу, чуть не грохнулся. Или мы его все-таки завалили здесь тушкана? Да, походу дела мы его тушкана здесь завалили. Или я так далеко перелетел? Место назначения. Но есть шансы, что я далеко перелетел. Тут как бы и не поспоришь. Ну, тут вроде бы безопасно. В сравнении. Как говорится, все познается в сравнении, и тут вроде бы безопасно. Конечно, он находится около скелетона, дебил. Так, давай еще мажабырку соберем. Сейчас, если я вот этого не лутаю, да, тот был дед, это, наверное, 280-й уже. Вот, 285-й, наверное. Водяной. Так, а ты... А, вот ты. Твою мать! Это что, мой пиздюк, что ли, захавал? Не, ну не исключено.
хомуха. А, сидит там на плече, жрет он всех подряд, называется. Так, ладно, все, погнали отсюда. Ну, нафиг, тут слишком небезопасно. Погнали искать другого. В безопасном месте. Неплохо. Звуки, конечно, здесь отпадные. Каждого шороха очкую. Райм Пойсон Гига сдыхает? А, Прайм Пойсон и Доминус Рекс. А Гига так и не сдохла. Нет, там кто-то был другой. Кто-то кого не захавали. Нифига себе. Как вы понимаете, не сильно-то уж и безопасные места выбирают эти козлы безмозглые. Так. Давай попробуем вот сюда. Ну, почему бы нет? Хуже-то поди не будет. Знаете, в чем проблема тушканчиков? В том, что куда я не приду, они сразу сдыхают. Ладсталкер, отлично. Не спрашивайте, какое это уже по очереди. Прям не спрашивайте. Популяция тушканчиков уменьшилась примерно раза в два. Так. Это. Сколько там нужно тебе? 6, отлично. Хавай. Единственное, что... У меня ж на плече же... Ох. Я ж не смогу взять. Тушкана, да? Я тушкана не могу взять. А вот теперь могу взять. Вот такая вот и тупость. Моя. Я забыл... О том, что я перемещаться-то буду дерьмово. До дома. Так. Надо куда-то тебя спрятать. Так. Тушканчик. Подумаем. Ты посмотри на эту тупую создание. Она еще и в текстуру умудрилась грохнуться. Ну та анкилка, которую я томил. О боже мой, какая тупость. Я это просто... Тушкана сюда притащил, до базы. Опустошителя на остров. Ну такой более-менее безопасный высадил. Рядом недалеко. Без хищников. И тушкана по-быстрому на базу перетащил. Ну, по-быстрому, с этими крыльями получается по-быстрому. Особенно, когда нужно лететь сверху вниз, а не снизу вверх, как сейчас. Пылемерз кого-то залутал. Могёт же, блин, когда нужно, не нужно. Так, тушка, у меня вопросы именно к тебе. Вот это мы забираем. Поведение. Тьфу, бляха-муха. Ёп. Поведение. Вот это отключаем. Блуждание. И у меня к тебе очень сильные вопросы. Будешь или не будешь давать халявные ресурсы? А вот что делать с этим? Я не знаю. Кстати, от тебя надо избавиться. Аргентавис мне точно не нужен. Ли мне точно он не нужен? Почему я задумался насчет Аргентависа? А кем перетаскивать Динесов? Всяких Дедикурусов и так далее, к примеру. Когда мне нужно будет их скинуть в ловушку. Давай, блуждай. Там посмотрим. Ладно. Если что, Аргентависов притомим. А это еще может на моих напасть, и это проблема.
Нифига он хирогенит, скотина. Нормально так регенится. Так, что с него дропнулось? Ну, всякая фигня. Это понятное дело. Но у меня вопрос, вот к той твари, которая у меня под землей теперь ползает. Сильные такие вопросы. Вон, тупое отродье плавает под текстурами. Бесит, когда они падают под текстуры, если честно. Особенно те, которых ты начинаешь томить. Прям очень сильно раздражает. Здесь просто текстура воды. И она простилается за пределы. Кстати, вон жемчуг. Она простилается за пределы. И вот из-за этого эта тупая тварь туда, ну, умудрилась грохнуться. И сейчас, чтобы она выползла оттуда, нужно, чтобы она перестала плавать кругами. А плавала в прямую сторону, то есть вот сюда, тогда она вылезет из-под текстуры. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая тупость. Ладно. Мне сейчас в первую очередь нужен кто? Правильно, дядя Куроз. С его большим количеством добычи... нифига. Кстати, я открывал. С большим количеством добычи камня. Вот это вот то самое, что мне сейчас будет нужно. Так, где тушкан? Куда побежал? Куда попрыгал? Мелкий пиздюк. Вот он ты. Ну, такое ощущение, что это какой-то другой нужен тушкан. Ну, это прям единственная... Единственная мысль, так сказать. Надо построить заборчик, и чтобы он далеко сюда не выбегал. И дудох тоже. А тут прикольно. А тут прям неохота даже находиться. Ёп! Твою ж за ногу! Мне кранты! Мне повезло, он в текстурах застрял. Да пошел ты в жопу! Музыку еще врубаешь какую-то. В задницу идите. Я от бабушки ушел. Дедушки ушел, а вы пошли в жопу. Как же ж они любят. Как же ж они любят вот эти все уроды спавниться в таких местах жопошных. Ах ты, ёбарасты. Что просто слов нету. Опа, чё? Это ты чё, из текстуры вылез, что ли? Как же они любят спавниться в жопошных местах. Ёбарасоте. Жуть. Просто жуть. Повод эти курсы искать. Следующий у нас, ну слушай, тут уже безопасненько, да, безопасненько, ну, в сравнении, это все-таки не остров дракона. Так. Главное смотреть по сторонам, на всякий случай. Ё-моё, там какая-то херобора была. Ты серьезно? Лосас не тунца. Да ёпрасты, я явно туда лечу. Да хорош, да мать вашу, да вы задолжали. Кто не понял? Я сейчас сам себя мочканул. Без шуток, кто сейчас не понял? Я сам себя сейчас мочканул. Я в землю стрельнул, я сам себя мочканул. Прайм Шок Индоминус Рекс? А в жопу бы вы не пошли? О, вот это конечно да. Лучше бы я бур создал для добычи ресурсов.
Ого. Спайк. Wonder of Jungle. Это еще босс. Это еще жесткий босс. Но он не агрессивный, и мне повезло. На, чё? Чё мне вот, вот чё, голый жопа это, чё мне? Мне вообще никто не страшен. Ну, сдохну. Ну и чё? Какой приколюшный тут Динос бегает. Да пошёл ты в жопу. Да чё ты, вот чё ты пристал ко мне? И бежит тут. Да, вот. Талый я какой-то. Кстати, да, с этим модом гиги теперь спавнятся чаще. И они простые. То есть их можно раскачать просто так и так далее. То есть вот притомил 370 левел, он таким и останется. Лучше дома спавнится. Ей-богу. Ты посмотри, кто летает. Они охренели ли они случайно? Ай. Самое что тупое, это то, что сумки не работают, как положено. А точнее, лучи не отображаются, как положено. Я уже заметил такую фигню, что лучи отображаются, ну, те, которые захотят. Вот захотел этот отобразился, захотел следующий отобразиться, но не, они все не отображаются. То ли это мод так фиксит, то ли что у меня поломалось. Но, в общем, сути дела не меняет. Добрый вечер. Это куда я так пришел весело? Тут смотрю, у вас аж деревья падают. В общем, тот я свой труп, походу дела, так и не найду. Я потому что без понятия, где его искать. Единственное, что я могу сделать, это состряпать станок и с помощью телепорта свой труп призвать. Слушай, да, это единственное, что я могу сделать. А, не, нифига, вот мой труп. Я был прям недалеко. О, отлично, давай что-нибудь. Эй, дурачок! Да пошел ты! А я смотрю, у вас тут весело! Очень у вас тут весело. Вот скажите мне, какого хрена я решил именно здесь топить Деликуруса? Вот кто-нибудь мне ответит? Я сам не знаю ответ. Вот именно в этом месте я решил, что вот тут будет именно мой будущий Деликурус. Ой-ой-ой, дурачье. Теперь мне еще интересно, что в том желтом луче. А, вот он, кстати. Да пошел ты! В задницу! Ой! Пять! Успел. Дебил. Самое главное, что эта гнида кружит около моего трупа. Ну не скотина ли? Естественно, скотина. Ну ничего, я так взлетел. Говорят, у страха глаза велики. Давай, дебил, хватай быстрей и драпаем отсюда. Осталось только упасть, грохнуться, развиться. Да уж. Было, по крайней мере, не сильно весело. Там босс тусуется внизу. Чё-то у меня ощущения такие, что я кого-то фигнёй страдаю. По большей части. Но таково выживание в этом моде. Кстати, чё я хоть там залутал? Штанцы? Уники винтовка.
Ну, допустим. Ой-ой-ой-ой. Так, мне поломали ботинки. Но зато в целом моя броня меня спасала так не кисло. Видали, да, поскольку они урона мне вносили? Фу, вообще фигня просто. Киблы, мать их! Да ёб твою задку! Вот примерно так я киблы тогда и залутал. Всё. Тикаем отсюда нафиг всё это. Сейчас найти где-нибудь Дикуруса. И знаете, что я подумал? А почему бы мне не притомить какого-нибудь огненного Дикуруса? Ну, Пайсон мне нафиг не нужен, а вот какой-нибудь огненный, я думаю, будет прикольно. М? Почему бы нет? Надо поискать. Да уж. Весело, я смотрю, у них тут. Да пошли вы! Передумал я огненного Дикуруса себе томить. Там что-то это вообще какие-то все бешеные были. Кошмар. Вот Мосхопс, я тебя прекрасно понимаю. Только по верхам здесь безопасно тусить. Кошмар. Ну-ка, а давай Сноу. Кстати, просто их не так уж и много. О, снежные. 300 левел даже есть. Ты посмотри, как, а. Ну, там-то точно будет полная жопа. Погнали. Кстати, видали, кто там? Черепашка. Кстати, такая же черепашка тусила около синего обелиска. Но только цвет был другой. Так, я не туда лечу. Лечу на метку Анкилы, которая суицидник под текстурами сидит. Козлина. Так, ну-ка, а что у нас здесь? Насколько здесь небезопасно? Хм. И что это такое красненькое? И что, типа здесь безопасно? Да ну нафиг. И нужен обычный корм. Их есть у меня. И немало. Еще бы не сверкало все это, вообще было в огонь. Так, томится она пассивкой. Но давай... попробуем через оглушение. Сказал я и не взял с собой много припасов. Вот этот стробоскоп, конечно... просто ужас какой-то. Слушай, а можно как-то убрать вот погоду? Походу, дела нельзя. Так. Ну чё, блин, до дома. Ну, частичка торпора осталась. А? Отлично. Сейчас посмотрим, можно ли так. Да, так тоже можно. И так намного быстрее. А, ну хотя это Сноу, это же простой. Так что, может и... может так и было задумано. Ладно, в любом случае, подобрать? Отлично. Хоть кто-то у меня есть. И Анкилку тогда тоже сделаем, притомим. Анкилку можно вот как раз-таки огненную. Почему бы нет? Или электрическую. Не, давай огненную. Пойсон точно нафиг не нужно. Пойсон лучше Птера притомить. Вот. А вот Анкилку давай огненную. Добрый вечер. Что ж вы в текстурах застряли? Босяка. Какая же штупость. Любят они застревать в текстурах. И это хорошо. Да уж, с какой скоростью генерируется в ней этот хитин? От нее больше шума, если честно. А от этого толку вообще ноль.
Ну, в нем ничего нет. Это. Кстати, искал, ну, думал, мало ли, может, какой-нибудь Джакоба. Ну, то есть, как бы, просто нету. То есть, если, допустим, вводим Додо, только за главную букву. Вот. А, только не здесь надо. То есть, если вводим вот так, то здесь очень много разных додошек появляется. А вот если вводим вот так, без пробела, то здесь ничего не появляется. Такая вот беда. То есть, по сути, тушканчик, он и есть тушканчик. Как ни крути. Ну ладно, что, пускай тусуется на базе. Почему, как говорится, и нет. Ладно. Меня что-то эта сверкалка-моргалка задолбала. Это все забагалось. Прям конкретно. Никакой информации по этой долбанной... По этому долбанному моду нету. Разбирайся, как хоти. Но пока я искал информацию, я нашел видосик. Иностранный. Но плюс-минус что-нибудь, да, найдем, посмотрим и так далее. Что, как, где будет. По крайней мере, я сейчас могу камня налутать себе. Огородиться немножечко, чтобы у меня вот это по базе говно всякое не прыгало. И уже будет хорошо. Ну, я уже на этом с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо. Вот так. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, конечно, делиться моими видео с вами, друзья. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра. Всем пока.